Привет, друзья и гости моего канала. С вами Мария. Вы находитесь на канале Орхидея Мария. У меня для вас несколько орхидей, которые я продаю. Сейчас они стоят друг рядом с другом, чтобы вы видели размер цветочков по отношению друг к другу. Значит, и сейчас я их вам покажу поближе, каждую отдельно. Под видео оставлю ссылочки на почту, либо на ВК, либо на мой инстаграм. Кому как удобнее будет, так и мы с вами пообщаемся в этих сетях по поводу цен. Я думаю, что мы с вами договоримся, дорого я продавать не буду. Ну и, значит, каждую по отдельности я вам покажу. Вот эта вот белая орхидея, которая когда-то была голубой, ей уже много лет, она пересажена в хороший горшочек, корневая, сильная, растение взрослое. Летом она у меня цвела на два цветоноса, ну, крепкое, хорошее такое растение. Просто у меня белых много орхидей, и вот одну из них я решила продать. Листовые пластины хорошие, крепенькие, вот смотрите, по сравнению с рукой, довольно-таки крупное, да, растение. Вот, чтобы вы понимали, можно сказать, что две ладошки мои листья. Очень хорошее растение. И такие серебристые корешки. Ну, в общем, чудесно. У меня любовь к орхидеям началась именно с белых фаленопсисов. Это вот первая орхидейка. Сейчас буду по порядку вам показывать. Это вот уже вторая орхидея на вашем экране. Цветочки очень красивые, нежные. И вот особенность именно этих цветочков, видите, у них такие как защипы. Не защипы, но, в общем, краешки такие рельефные. Причем у каждого цветочка и на этом, и на этом. И на этом тоже, видите. Губа огненная, прожилочки, она такая серебрится, как будто ее посыпали блестками. И всполохи, видите, на губе тоже очень красивые. Таких орхидей у меня две. Это будет номер два орхидейка. Так, смотрите, сейчас я вам покажу. Листовые пластины не такие уж и большие. Аккуратненькие, это скорее ближе к миди, наверное, размерчик. Я их полила. Значит, листочки зеленые. Шейка чистая, корневая система очень даже хорошая. Так, это номер два. И тот же самый сорт, орхидейка номер три. Значит, чуть-чуть она у меня стрессанула. Несколько дней у меня уже эти орхидеи вот тут вот поскидывала цветочки. Но мы видим, да, какие размером будут цветы, зато на этой орхидее видно. Сейчас я вам их покажу вот так поближе. Вот эти только раскрылись, свежие цветочки. Они еще маленькие, но они будут достигать, ну, вот такого вот размера. Вот, значит, сейчас я вам покажу. Листовые пластины у нас чистые. Растение крепенькое. Фирма у нас вот такая. Корни в очень хорошем состоянии. Тоже попила. Ну, хорошее растение. И причем вот это растение, оно было на два цветоноса. Вот этот просто обломался. Обычно такие растения более сильные и более дорогие. Но будем продавать как будто бы один цветонос. Так, следующая у нас орхидеечка. Вот такая. Она, знаете, как будто бы махровая, вельветовая такая. С переливом. Венозник вот такой вот снизу. Крапчатость присутствует на лепестках. Губа темная,
Ну, красиво, он в жизни еще лучше, вот чем сейчас я вам показываю. Более приятный такой цвет. Вот, он искрится с обратной стороны. Посмотрите, тоже очень красивые. Такие зеленоватые они. Вот этот вот лепесточек был заломан в пакете. Смотрите, листовая пластина у нас. Ну, чуть-чуть больше, чем у предыдущих. И пошире. Большие листики, глянцевые. Это повреждение физическое. И посмотрите, у нас здесь еще второй цветоносик. Вот он. Корешки у нас тоже чудесные. Фирма такая же. Корни показываю вам. Смотрите, шейка чистая. Так, это номер 4 у нас орхидеечка. Вот такая. Номер 5 орхидея. Такой лавандовый цвет. Красавица, она крупная. По сравнению с остальными, сейчас я вам по сравнению с ладошкой покажу. Вот размер, видите? На пол руки. Так, губка у нас желтая серединочкой, крапчатой. И такие, как всполохи идут. И видите, такие точечки на задних лепестках. Вот здесь вот. Присутствует и искрится вся. Очень нежная. И тоже цвет ее. Как же мне вам передать? В общем, в жизни он более такой, больше розового. Немножко больше розового. Красивая. Вот такая вот искрящаяся красотка. Так. Фирма у нас вот такая, немножко другая. Значит, смотрите, листовая пластина у нас, размер. Вот такой вот. Ну, полторы ладошки мои. Такой. Тоже был второй цветонос, видимо, отцвел уже. Крепкое растение, шейка крепкая. И вот такие вот у нас чудесные жирные корешочки. Так, это номер 5. Ага, и белую сейчас я поставлю, чтобы вы еще раз посмотрели. Чтобы вы сравнили размеры, цвета. Вот такие вот девочки. А также хочу вам показать вот эту красавицу. Ее, правда, уже забрали, но живу я в Ставропольском крае, город Пятигорск. И по очень хорошим ценам сейчас у нас в Пятигорске продаются ванды. Их цена была 5000, а сейчас больше, чем на 50% скидка. Так что, девочки, я ставлю видео, я снимала для Леночки. Она выбирала себе и выбрала именно эту ванду. И вставлю сейчас вам видео. Посмотрите, какие красотки продаются у нас. И можете приехать и купить такие вандулины, красотулины. По-другому не скажешь. Там и желтые есть, и еще одна сиреневая. По-моему, две желтые хорошие. В общем, их раскупают, конечно. Это вот с 8 марта. Те остаточки, которые остались, видите, на два цветоноса, роскошное такое растение, красивое, просто потрясающей красоты цветок. Вот какой, обожаю их. Лен, смотри, вот это вот, это не крашеное? Нет. Не крашеное? Нет. Смотри, очень красивый сиреневый цвет, два цветоноса и вот такая вот. Ну, чуть-чуть он пить, конечно, хочет. Вот тут, правда, что-то. В общем, я тебя сейчас все сниму.
Корневая очень хорошая, просто напоить нужно. И цвет очень красивый. Вот это вот, видимо, новые, они будут распускаться. Это уже распущенные. Вот, сейчас я тебе еще сниму. Это вот желтая, тоже красивая. Здесь один цветоносик. Вот посмотри, какая вот эти вот новые красивые. А эти просто уже отцветают цветочки. Очень красиво. Сейчас я так сниму. Или... Вот корешки, смотри. Хорошие, мне нравятся. Смотри, вот это вот тоже очень красивый цвет. На два цветоносика. Видишь? Вот такая вот. И корни хорошие. Ну, тут вот что-то сухое, но вот мы убираем. Сейчас тебе покажу. Тут зелененькая вроде бы. Вот. Ну, сама выбираем. Может, первые две тогда. Посмотрим. Сейчас я тебе еще желтая там очень красивая. Ну, шикарные вообще цвета. Смотри, вот это вот тоже очень красивое растение. Чуть-чуть уже отцветает, конечно. Но цвета шикарные. Вот, смотри. Ну, тут вот посмотри, какая листва. Стволик хороший. И корешочки. Много их прям, видишь? А ну, переверните нам с обратной стороны. Так, с другой стороны. Вот, видишь, прям много листиков. Такое, мне кажется, хорошее, сильное будет растение.